К другим темам. Более 5 миллиардов тенге за год задолжали казахстанцы за проезд по платным дорогам. Статистику привели в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития. Там отметили, что задолженность образовалась на дорогах с открытой системой оплаты. Таких по стране 7. Карать нарушителей пока не стали. С некоторыми водителями подписаны медиативные соглашения. В частности, жители Жанакурганского района Кызылординской области могут выплатить накопившиеся долги в течение 2 лет. При этом отказаться от платности дорог мы не можем, так как деньги для их содержания в бюджете не закладывают, объяснили в комитете автомобильных дорог. Еще 4000 участков хотели сделать платными в этом году, но сроки перенесли из-за обращений со стороны жителей. Всего же с начала года в госбюджет поступило 20 миллиардов тенге от платных дорог.